Друзья, мир всем. Кто-то из подписчиков писал: Леха, говорит, не забудь вылить воду из баков. Сегодня ноябрь уже, второе, по-моему, или третье. В общем, сейчас хорошо, что у нас есть гидрометцентр, мы можем узнать, там погода будет холоднее. В общем, предстоящей ночи уже будет где-то минус 15, там 13. До этого я пользовался водой. Вот у меня бак, значит, видно, да? Тут уже вот лед уже, вот, и в это воды. Я тут какую-то воду себе взял, значит, и что я сделал? Я применил физику. Я сделал такой шланг, ну, чтобы воду не черпать, силы не тратить. Вот смотри, вот тут она текет, так, туда и по желобку. Вот и все. Так что, ну, оставлю сейчас на какое-то время, она все это будет стекать помаленечку, потому что воды много, а девать ее уже как бы некуда. То, что мне нужно было, я в бочке уже налил, уже все. Ну, а это вот, ну, лишняя вода, что теперь. Так что сейчас все сольем, бак переверну, и как бы до следующей уже весны, до следующего лета. Ну все, надеюсь, что все это будет в целости и сохранности. Так что продолжаем жить дальше. Все, а где еще одна? Она ушла. Как обычно, одна самая умная. Топор стоит вон, топор. Все. Ух ты! Светлотеда меня видит. В новой хате. В новой хате. Ой, как хорошо. Окошечки помытые, стенки покрашены, евроремонт. Да, Назар? Да. Только что загнали. Ну, молодцы. Пойдем домой греться. Миленький. Мамашки. Смотрите, тут лед в бочке. Ну. Воды назапаслись. Сюда пойдут. Смотрите. Туда пойдут, там тупик. Сюда пойдут, тут тупик. Где заградили? Ага.